Заявные результаты. Толчок 159 подъемов, рывок 180 подъемов, сумма Боегория 220 очков. На втором посте работает мастер спорта России Степанов Сергей, Челябинская область. Спортсмен 1993 года рождения, собственный вес 77 кг, 750 грамм. Сергей является чемпионом Челябинской области, тренер с руководством Оксаны Степановой. Заявные результаты: толчок 120 подъемов, рывок 176 подъемов, сумма Боегория 205,5 очков. На третьем посте работает один из сильнейших спортсменов в своей категории, заслуженный мастер спорта Квашнин Михаил, Свердловская область. Спортсмен 1988 года рождения, собственный вес 77 кг, 950 грамм. Михаил является неоднократным чемпионом чемпионата в России и мира. Тренируется под руководством Александра Хвостова и Александра Чагаева. Заявные результаты: толчок 141 подъем, рывок 214 подъемов, сумма двоеборья 248 очков. На четвертом помосте работает мастер спорта России Сарсенбаев Лес, Ямалонецкий автономный округ. Спортсмен 1999 года рождения, собственный вес 77 кг, 550 грамм. Лес является победителем первенства Европы и мира среди юниоров 2018, 2019 и 2021 годов. Обладатель Кубка России 2020 года, серебряный призер чемпионата России и мира 2022 года. Тренируется под руководством Евгения Абрамовича Лавликова. Заявные результаты: толчок 133 подъема, рывок 144 подъема, сумма Боегория 205 очков. На пятом помосте работает мастер спорта России Иванов Виталий, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Спортсмен 1978 года рождения, собственный вес 77 кг, 650 грамм. Виталий тренируется под руководством Михаила Александровича Шпартко и Николая Владимировича Шурга. Заявные результаты: толчок 101 подъем, рывок 155 подъемов, сумма Боегория 178,5 очков. На шестом помосте работает кандидат мастера спорта Алексей Ибрагимов, Чувашская республика. 1989 года рождения, вес спортсмена 76 кг, 650 грамм. Ранее является чемпионом Чувашской республики, тренируется под руководством Максимова и Промякова. Заявный результат: толчок 89 подъемов, рывок 175 подъемов, сумма Боегория 170 очков. Прошу 5 минут.
прошло 6 минут. Аплодисменты спортсменам. Три минуты готовки гири, очередная сменя.